Добрый день! Приветствуем вас в отделе нашей библиотеки «Абонемент научной и художественной литературы». Здесь также есть немножко художественной литературы, но ее здесь очень мало по причине наших проблем с площадью. Это проблема нашего отдела, очень маленькая площадь. И поэтому у нас находится только самая востребованная литература, самая спрашиваемая, классическая. Вот, пожалуйста. Также есть краеведение. История края и книги художественные тех писателей, которые родились и жили в Тюменской области. Конечно, Крапивин один из самых известных. Его имя скоро будет носить Тюменский бульвар. А главное предназначение нашего отдела – это обеспечить всех студентов, всех факультетов, всех специальностей базовыми учебниками по общеобразовательным предметам. Предметы такие, как социология, история, история зарубежная, история России. Они, конечно, всем нужны. А чаще всего в наш отдел приходят студенты факультета социально-культурных технологий. Именно им больше всего нужны учебники по таким предметам, как экономика, менеджмент, экономика туризма. Пожалуйста. А многоэкземплярность – это такая отличительная черта нашего отдела, потому что нам надо всех студентов обеспечить. И поэтому вот на нижних полочках у нас вот такие стопочки, а также в отделе хранения стопочки многоэкземплярных учебников. Но хотя бы один учебник должен стоять на полке. Вот культурология, она всем нужна, и аспирантам тоже. Педагогика, она тоже всем нужна. Такой предмет, как социальная и культурная деятельность, учебники по нему и монографии нужны студентам факультета социально-культурных технологий. Вот наши красивые монографии. Пожалуйста. На компьютере студенты не занимаются, на нем ведется база данных читателей. Вот такой предмет, как библиотечное дело, наших приемников готовим. Возвращаемся к учебникам по общеобразовательным предметам. Иностранные языки актуальны для всех. А здесь у нас и учебники, и методические материалы, и словари. Музееведение, литературоведение. Немножко истории живописи для студентов факультета дизайна визуальных технологий и архитектуры. Также учебники по общеобразовательным предметам, религиоведение, философия, психология, а также сборники статей наших преподавателей. Добро пожаловать в наш отдел, в нашу библиотеку.